Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня я хочу показать вам, как я вяжу вот такие следочки. Я даже не знаю точно, как их назвать, то ли следочки, то ли тапочки, то ли подследники. Но суть не меняется, это как бы укороченные носочки, которые мы одеваем для тепла. Ну, ничего особенного. Вяжутся очень просто. С этой работой справится даже начинающая мастерица. Если вам не захочется вязать таким узором, можно их связать просто лицевой гладью. По поводу узора. Это у меня узор фантазийная резинка или узор кукурузка он называется. Прекрасно смотрится как на одну сторону, так вот смотрите, если вывернуть наизнанку, тоже хорошо смотрится. Вот видите, поскольку у меня они связаны без швов, вот мы будем начинать работу с мысочка и закончим резиночкой. Поэтому кончики пряжи можно просто убрать на ту сторону, и уже у вас будут они... Вот, то есть, как бы изнаночной стороной. Вот. То есть, на ваш выбор. Можно так, большой роли здесь не играет. И, как я уже начала говорить, что они связаны совершенно без швов, связаны от мыска и заканчиваются резиночкой. Вязать вот эту резиночку или нет, также зависит от вашего желания. Можно ее сделать покороче, можно сделать пошире. Все будет, как вы захотите. И также по поводу мысочка. Они у меня связаны вот с таким анатомическим мыском. Здесь вот хорошо видно. Здесь у меня получается скос немного меньше, чем по другой стороне. Я уже в ходе работы объясню, но хочу сказать, чем вот такой вариант очень удобен и мне нравится. Тем, что если вы планируете одевать эти подследники или там следочки в какую-либо обувь, то вот за счет этого очень удобной будет посадка на ноге. Конечно, если просто ходить по дому, роли не играет. Можно и вязать, прибавляя с двух сторон одинаково. Но если сверху будет какая-либо обувь, повторюсь, то, конечно, лучше вязать вот с таким анатомическим склоном или уклоном. Так, по поводу пряжи. Пряжа, вот огромный выбор. Вот знаете, как правило, я даже никогда, ну, как-то не обращаю внимания на пряжу. Как правило, для своих родных и близких я вяжу из остаточков. И любые остаточки подходят. Могу их и соединить, могу связать в полосочку, могу там связать... Носочек, например, одним цветом, серединка другим цветом, пяточка третьим цветом, но вот без разницы. Вот какие у вас есть остаточки, такие и все подойдут, и вам подойдут. Да, но вот эти носочки, я что-то так прочитала в интернете и решила попробовать связать вот из такой пряжи. Это Alize Super Wash. Так, значит, у нас с вами получается состав пряжи 75% шерсти и 25% полиамида. Я вот почему по отзывам именно и прочитала, что они очень-очень, они как раз специальные, вот эта пряжа идет для носочков. Она помимо того, что есть одного цвета, есть и вот с такими секциями покрашена. То есть в процессе работы вы вяжете одним цветом, но у вас получается как бы с рисунком. Ну, огромный выбор по любому вашему желанию. И по метражу в 100, так, моточек вот этот 100 грамм,
И здесь, так, не найти, по-моему, 420 метров. Не вижу, не буду искать, но, по-моему, 420 метров. И сразу хочу вкратце охарактеризовать вот эту пряжу. Очень мне пряжа понравилась. Вы знаете, девочки, прям очень понравилась. Пряжа достаточно мягкая, ровной скруточки, очень хорошо скользит по спицам. Как вот некоторые обращают внимание на обрывы, нет, ни одного обрыва нет. И после стирки стали еще мягче. Ну вот, посмотрим, конечно, я обещаю вам, что вот в процессе носки, как себя пряжа это поведет, я обязательно через какое-то время обязательно вам расскажу, как эта пряжа ведет себя в процессе носки. Я вязала вот эти следочки в две ниточки, для того, чтобы они были, да, это типа домашних тапочек, они прям толстые. Поэтому я вязала в две ниточки и также еще добавляла одну ниточку, это у меня альпака с вискозой. Я ее добавляла для того, чтобы вот альпака, она более теплая, чем шерсть, для тепла. И в то же время вот я то ли вискозу, то ли полиамид для прочности, чтобы вот следочки прослужили у меня подольше. Но добавлять, не добавлять, по вашему желанию. Метраж вот этой пряжи где-то в 100 граммах, по-моему, 700 метров. И поэтому я вот вязала в две ниточки такую, одну ниточку эту добавляла и вязала спицами 3,5. Единственное, на вот резиночку я уже вязала спицами троечкой, чтобы было более, как форму держала резинка. Взвесила свои следочки. Они у меня весят 75 грамм, поэтому я точно даже не знаю, сколько вот в общей сложности было. Но, тем не менее, вам вот одного моточка прекрасно хватит на следочки. Но у меня это где-то идет размер 37-38. Таким образом, даже если вы будете вязать мужские, там где-то 44-45 размер, то все равно одного моточка вам будет вполне достаточно. Ну вот, кажется, и все, что технические вот характеристики. А теперь будем с вами считать и вязать. Приступаем к нашей работе. Я связала образец, посчитала плотность. Здесь я записала плотность моей работы в 5 сантиметрах 8 петелек и в 5 сантиметрах 14 рядов. Сделала замеры. Здесь вот у меня уже все посчитано, я вам в дальнейшем расскажу, как я чего делала. И уже связала один следок. Он еще у меня не стиранный, но я хочу, то есть я его связала, померила, все прекрасно подошло. И поэтому теперь я спокойной душой буду вам рассказывать последовательность вязания таких следочков. В первую очередь мы с вами измеряем обхват нашей ноги и длину ступни. Длину ступни можно определить по размеру своей обуви. Я буду вязать на размер 37-38, и это где-то у нас идет 24 сантиметра. Вот я отметила, длина ступни 24 сантиметра. Я сделала с небольшим запасиком, поскольку чтобы можно было не только на голую ножку носить, но одевать носочек, а потом уже вот такие следочки. И обхват ноги. Обхват ноги мы меряем в самой широкой части нашей ноги. Я вот здесь даже здесь вот, наверное, неправильно нарисовала. Это у нас здесь подъем идет. Чуточку можно, да, если у вас вот чуточку пониже. Я измерила по тому месту, где проходит косточка. У меня у мамы вот очень такие большие косточки, большая косточка по ноге, по ступне. И поэтому она у нее очень-очень широкая, и я измерила именно вот по этому месту. У меня получилось 25 сантиметров. И также я ее заставила, она поставила ногу.
На листочек я его ногу обвела карандашиком. И еще одну мерочку нам с вами надо. Если вы будете вязать слитки вот с таким анатомическим мыском. Вы видите, здесь у меня с одной стороны скос поменьше, с другой стороны побольше, чтобы прям облегает очень-очень хорошо наши пальчики. Если вы будете, вам не надо так, как говорится, заморачиваться по этому поводу, то можно здесь и не измерять. Но все равно, да, для чего, если можно измерить, это чтобы определить начальный ряд. Вот, я измерила. Мы как измеряем? Вот ступня у нас, я вот как нарисовала ступню, от начала ступни и до мизинчика. Мизинчик как бы остается в стороне. У меня вот это расстояние 7 сантиметров. Я написала вот наборный ряд или начальный ряд, большой разницы нет. 7 сантиметров. Все, больше нам никаких мерок не надо. Я сразу же по своей плотности сантиметры перевела в петельки и ряды. И теперь буду вязать. У меня получается начальный ряд 11 петелек. Это 11 петелек именно вот, когда я буду набирать вот этим набором Джуди на 2 спицы, в общей сложности это 22 петли. Почему? Если вы будете вязать так же, у меня рисунок, чтобы был симметричен, располагался на вот моем следочке, он, рисунок кратен двум, раппорт рисунка, 2 петли в ширину и 2 ряда в высоту. Но мне захотелось для симметричности, поэтому мне надо было добавить еще одну петельку. Поэтому я и набрала 11 петелек. Если вы будете вязать просто чулочной гладью, и у вас будет другая плотность вашего вязания, то вы считаете, по это вам не надо будет даже придерживаться, вот, быть привязаны к раппорту вашего рисунка. Так, вот кажется, да, начальный ряд у меня, начальный, да, это 11 петелек. И затем я буду прибавлять через один ряд. Если вы вот будете вязать, как я, с анатомическим вот таким скосом, я сейчас объясню, как я это буду делать. Если вы не будете, то вы просто набираете и через один ряд прибавляете петельки с двух сторон до тех пор, пока у вас на спицах не будет нужное количество петелек. Вот, то есть основные, еще раз, цифры, основные данные. И по поводу длины ступни или там как-то сколько петелек надо, вдруг у вас плотность будет. Вот здесь, но так, эта табличка есть в интернете, но если вам будет она удобная, чем мне нравится, здесь есть размер и указана длина ноги. Поэтому, если вы затрудняетесь измерить, или вам вы вяжете кому-то в подарок, или там своим близким, то можно ориентироваться вот на эти данные. Вот, например, у меня размер 36-37, 23,5, но я прибавила побольше, вот сделала 24 сантиметра. И теперь мы уже с вами начинаем это вязать наши следочки. Для наборного края нам потребуются спицы с леской. Леску надо брать где-то не менее 80, вот чтобы общая длина была 80 сантиметров, чтобы было удобнее вязать. И берем наши ниточки. Я свои расчеты убираю, поскольку знаю, что мне надо набрать 22 петли или по 11 петелек на каждую спицу. Складываю 2 спицы. Теперь
первую петельку, ну, как обычно мы с вами делаем, вот первая петелька, наши петли, и у нас получается сразу как бы на одной спице одна петля, и уже на второй спице другая петля, еще одна петля. И теперь мы с вами начинаем раз петля. Теперь ниточку обвиваем верхнюю спицу. Другой ниточкой мы обвиваем нижнюю спицу. Еще одна петля. Также сначала обвиваем верхнюю спицу. Теперь обвиваем нижнюю спицу. У нас с вами получается, что от большого пальчика ниточка идет, и мы обвиваем ей верхнюю спицу. От указательного пальчика ниточка идет, и мы обвиваем нижнюю спицу. И просто пальчики, вот так мы их ниточки перекручиваем и повторяем. Сначала верхнюю спицу, нижнюю спицу. И набираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и последняя, 11 петелька. Все, 11 петелек. Мы их перекручиваем между собой. И теперь поворачиваем к себе. Нижнюю спицу я достаю и начинаю вязать. Вот у нас хвостик, и я вяжу первых 11 петель. Вот первый. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Довязала. Также мы с вами работу поворачиваем. Теперь нам с вами надо вязать вот эту спицу. Поэтому здесь у нас с вами уже провязано. Теперь я достаю и продолжаем вязать уже другую спицу. Вот эту первую петельку мы провязываем и идем, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И таким образом мы с вами будем продолжать вязать. Мы с вами спицу возвращаем на место, где не вязали, а которые спицы мы вязали, мы ее достаем и продолжаем вязать. Теперь я вот себе отметила, первый ряд у нас с вами уже связан. Прибавление я буду делать через один ряд. Получается, что я буду делать во втором, в четвертом ряду. Там третий, пятый ряды нечетные, мы будем вязать без прибавлений. Первую петельку я провязываю и делаю прибавление. И сейчас сразу же ввожу рисунок. Провязываю одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную.
Одна лицевая у нас с вами получается предпоследняя. Теперь мы с вами делаем еще одно прибавление, чтобы вот здесь получился одинаковый скос, петельки получались. Поэтому петельку прибавления у нас накид, вот петлю не накид, а вот петельку, я уже вот таким образом накидываю. Прибавила. Одну спицу мы с вами связали. Теперь нам надо с вами связать следующую. Поворачиваем нашу работу. И точно так же провязываем первую лицевую петельку. Делаем прибавление. Сейчас я показываю. Вот видите, я делаю таким образом. Вот у меня петелька получается на спице. И провязываю. Одна лицевая, одна изнаночная. До последней петли мы так с вами вяжем. Лицевая. Теперь мы делаем другие. Вот. Вот так. Все, прибавили петельку и одна лицевая. Нашу спицу повторяем. Теперь у нас с вами получается третий ряд. Мы с вами здесь вяжем без прибавления. И провязываем полностью лицевыми петельками, чтобы получился наш узор. Вот лицевыми петлями я вяжу. Еще раз повторюсь, что вы можете вязать любым рисунком, который вам понравится. Провязали одну спицу. Вязание поворачиваем и продолжаем вязать. У нас получается, что мы с вами, где идет чередование одной лицевой, одной изнаночной, мы с вами делаем прибавление. В следующем ряду, который провязывается полностью лицевыми петельками, прибавление делать не надо. Вам так будет легче ориентироваться и чтобы не запутаться, когда делать надо прибавление или надо пользоваться счетчиком рядов. Всего мы с вами провязали, так у нас это получается третий ряд. Теперь я также спицу поворачиваю. И таким же образом делаю прибавление. Провязываю одну лицевую, делаю прибавление петельку. И смотрим уже по рисунку. У нас с вами прибавленная петля, надо ее провязать изнаночной, поэтому вяжем одну изнаночную, одну лицевую. Предпоследняя петля у нас с вами изнаночная. Прибавляем петельку и лицевая. Всю работу поворачиваем и продолжаем вязать. Сейчас я провяжу вот еще вот эти петельки и покажу, какой у нас с вами получился мысок. Смотрите, вот такой аккуратный мысочек у нас получился. Я провязала так, как у меня получается, значит, четвертый ряд. Четвертый ряд
пятый и шестой вы провязываете самостоятельно, и затем я покажу, как нам с вами, чтобы не нарушился рисунок, нам надо будет с вами с одной стороны добавить одну петельку и уже дальше продолжать вязание, прибавляя с одной из сторон. Вот у меня получается, я связала, у меня прибавление было больше с левой стороны. Вот он, эта линия получилась. Значит, теперь мне надо делать дальнейшие прибавления с правой стороны. Вот видите, вот до этих пор одинаково я вязала и прибавляла. Но еще раз повторюсь, если вам не хочется заморачиваться, можете спокойно продолжать вязать, прибавляя с двух сторон. Из-за чего у меня на спицах 17 петелек, и теперь я уже буду делать скос. Вот мой следок. Я делала скос, у меня шел с левой стороны, теперь мне надо делать с правой. Но не запутайтесь, нам с вами надо, чтобы определиться, с какой стороны нам с вами работу надо вот так перевернуть. И, значит, здесь я прибавление делать не буду, а здесь буду делать прибавление. И продолжаю вязать. Делаю прибавление и по рисунку. Теперь еще раз повторюсь, что только с одной стороны я буду делать прибавление. Также буду делать через один ряд. Но сейчас мне надо, чтобы рисунок был по всему, переходил, поскольку у меня одна, здесь была одна лицевая, и следующая петля была лицевая. Поэтому мне между этими петельками надо добавить одну изнаночную, чтобы был раппорт рисунка. Я провязываю лицевую, и из протяжки, вот у меня протяжка между двумя лицевыми петельками, я поднимаю и провязываю изнаночной. И теперь у нас с вами уже идет по рисунку. Мы одну изнаночную закончили, значит, следующая петля у нас с вами будет лицевой. И уже здесь я вяжу лицевую. С этой стороны прибавлять нам не надо. Вяжу изнаночную. Можно начало вот вязания определять или по ниточке, вот которая у нас от наборного края осталась, или вот я отметила маркером, кому как удобно. И теперь только надо не забыть, что с этой стороны тоже мне надо сделать прибавление. Я делаю прибавление, петельку прибавляю и одна лицевая. Все. Вот у меня мой мысочек. Я продолжаю вязать дальше. Буду вязать до тех пор, когда у меня на спицах не будет 40 петелек. Но в каком случае они у меня будут? Также у меня будет получиться 39 петелек. И в последнем ряду я также между с этой стороны, я прибавлю одну изнаночную петлю между двумя лицевыми петельками. И все. И тогда уже я пойду вязать дальше. Я вывязала мысок полностью. Вот у меня как получается. Добавила между двумя лицевыми петельками, как и говорила, одну изнаночную петлю, чтобы рисунок не нарушался. И теперь буду продолжать вязать дальше. Просто круговое вязание, без прибавлений, без убавлений, на нужную мне длину. Как определить
длину, сколько нам с вами надо провязать, чтобы оставить петли, ну вот куда у нас нога будет, как будет она следочек одеваться. Ну, конечно, самый оптимальный вариант — это померить на свою ножку и посмотреть, как вам удобно будет. Но я в среднем определяю таким образом, что останавливаюсь вязать, когда связана половина длины всей подошвы. Вот если не подошва, а длина ступни. Вот если у меня длина ступни получается в рядах, ну, вот 67 рядов, это половина где-то, ну, 35 рядов, ну, тут 35 рядов, то 34 ряда, никак что-то я в уме не сложила. Но вот где-то вот так, значит, около там 36-38 рядов я провязываю и заканчиваю работу. Не заканчиваю, а уже это оставляю на петельки и перехожу уже к вязанию, буду продолжать вязать дальше. Но вот меня мама попросила, я померила, она мне попросила, чтобы они были чуть поглубже. И поэтому я провязывала 40 рядов. Вот 40 от мыска, 40 рядов. У меня вот маркерами здесь отмечено по 20 рядов, поэтому вот провязано у меня было 40 рядов. Я думаю, никакой сложности нет. Вы продолжаете вязать дальше без прибавлений и убавлений. Наш следок, вот я когда 40 рядов провяжу, то покажу, как вязать дальше. Я провязала 41 ряд. Так, да, вот у меня вот маркером отмечено начало моей работы. И теперь мы с вами должны уже оставить место для... место, где будем потом выполнять обвязку, и будем вязать дальше стопу до момента, как начнем вывязывать пятку. Вот этот участочек можно вязать, добавляя какую-либо дополнительную ниточку, капроновую, или есть специальные ниточки для ввязывания в пяточку, чтобы оно, это место получилось более крепкое. Ну, это все по вашему желанию. Мы должны оставить четвертую часть от наших петелек. У меня, получается, я должна оставить 10 петелек, но я оставлю 11 из-за того, чтобы не нарушить рисунок. Если просто мы оставляем это количество петелек и уже дальше продолжаем вязать прямыми и обратными рядами. Я остановлюсь вот на этом моменте для тех, кто вяжет, как и я, с анатомическим мысочком. То есть нам с вами надо определиться. Вот это у меня следочек связан, я вот его переворачиваю, значит, он у меня идет на левую ногу. Этот будет на правую. Мы с вами должны положить так, вот таким образом разместить. Вот у нас, то есть у меня получается, что здесь мне надо вот оставить вот эти петельки, и уже здесь будет вязаться, вот на этих остальных петлях будет вязаться моя подошва. Я маркерами отметила 11 петелек, их очень легко определить, поскольку у нас с вами вот эти дорожки, я по ним сориентировалась и отложила 11 петелек. Но у нас с вами, в связи с тем, что рисунок, получается небольшое смещение нашего вот узора. Ну, ничего страшного, просто нам сейчас с вами надо поступить таким образом. Те петельки, вот когда начало ряда, мы с вами распускаем. Вот, сначала которые я их распускаю. Вот так. Я распустила, дошла до маркера. Я их уже распущу и перенесу на... Вот у меня есть дополнительная такая булавочка. Вы можете на ниточку, на какую-либо, чтобы
они не спустились, не потерялись, когда будем вязать, будем продолжать вязать. Так, раз, вот эти два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11. Все, вот наши 11 петелек. Я маркер убираю. И все. Вот теперь я уже перехожу на прямые обратные ряды. Теперь, вот у меня так получается. Теперь я вот этот отрезочек, эти 29 петелек, буду вязать. Первый ряд, лицевой ряд мы будем вязать также, чередуя одну лицевую, одну изнаночную. А изнаночные ряды, поскольку у нас с вами не круговое вязание, мы будем вязать полностью изнаночными петельками. Провяжем изнаночными петельками. Первую кромочную петлю я снимаю. Здесь я вяжу изнаночные петли. А последнюю кромочную также я провязываю изнаночной петлей. Если вы вяжете просто чулочными, ну, чулочное вязание было, то также лицевые ряды вы должны вязать лицевыми петельками, изнаночные ряды должны быть изнаночными петельками. Не забывайте, что мы с вами переходим от кругового вязания к изнаночному. Ой, от кругового вязания к это прямое и обратные ряды. Вот у меня предпоследняя петля изнаночная и последняя изнаночная. Все. Работу поворачиваю и продолжаю вязать. Вот сейчас я покажу. Первую снимаю. Здесь у меня идет изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И вот хочу показать, я просто для чего это вяжу, что вот этот отрезочек, который мы с вами распустили, он практически незаметен на фоне всего рисунка. Все, я продолжаю вязать дальше. Продолжаю до тех пор, пока у меня не будет в общей сложности 67 рядов. Я провязала от мыска 67 рядов. Вот что у меня получается. И сейчас буду вязать уже заднюю часть с ледочком. Буду вязать по принципу пятки. Для этого я разделила на три части. У меня получается 10 петелек боковые части и 9 петелек по центру. Я всегда пяточку начинаю вывязывать с изнаночной стороны, поэтому у меня и нечетное количество рядов. Вот я провязала, работу поворачиваю и начинаю вязать. Первую кромочную я петлю снимаю и изнаночный ряд я вяжу по рисунку полностью изнаночными петельками. Я дошла до маркера. Маркер переношу с одной спицы на другую и вяжу до следующего маркера. У меня остается одна петелька непровязанная. Я маркер снимаю. И последнюю петлю центральной части я провязываю с первой петелькой боковой части. Я предварительно петельку переворачиваю, чтобы не получилось она скрещенная. И их провязываю 2 петли вместе. Работу поворачиваю. И здесь вяжу по рисунку. Здесь у меня изнаночная петля, поэтому я вяжу изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая.
я дошла до последней лицевой петельки центральной части. Маркер также снимаю и провязываю последнюю петлю центральной части с боковой петелькой, 2 вместе лицевой. Работу поворачиваем, и сейчас мы с вами будем продолжать вязать только центральную часть. Первую петельку я снимаю и провязываю следующие петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, последнюю петельку центральной части я провязываю с первой петелькой боковой, 2 петли вместе. И все в таком же порядке. Петельку снимаю, вяжу по рисунку. У нас с вами получается обычная классическая пяточка. И таким образом я пробежу до тех пор, пока у меня на боковых частях не останется ни одной петельки. Я связала пяточку полностью. Вот что у меня получилось. И теперь осталось только сделать обвязочку. Поэтому я начинаю по краюшку набирать петельки. Вот у меня цепочка из кромочных петелек. И я набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и последняя петелька 14. 14 петелек у меня получается, я набрала. Здесь можно, если вы вяжете таким рисунком, отрегулировать количество петелек, чтобы у нас с вами получился раппорт рисунка. Здесь у меня заканчивается лицевой, здесь начинается изнаночной. Значит, мне надо набрать четное количество петелек. У меня как раз и получилось 14. Если бы получилось нечетное количество петелек, то можно было бы, когда мы будем вязать в круг, 2 петли вместе провязать. Ну, в любом месте. Можно было здесь, можно вот здесь около пяточки. Большой разницы не роли не здесь нет. И теперь я уже петли с дополнительной вот нашей спицы буду провязывать. Как они у нас с вами идут по рисунку. Вот у меня здесь изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Я провяжу эти петельки, затем также по краешку наберу еще петли, и на этом моя работа замкнется в круг, и я буду уже вязать. Я провяжу один ряд спицами, вот как я сейчас вяжу спицами 3,5. А потом я меняла спицы, их на полуразмерчика меньше взяла, спицы 3,5. Поэтому вы можете точно так же, чтобы резиночка не так растягивалась. Высоту, вот у меня получается высоту, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. И уже закрытие. Вы можете померить и посмотреть, какое количество рядов вам надо. Или меньше, или больше. Но я провяжу такое же количество рядов и уже покажу, как буду закрывать край резиночки. Я связала резиночку и осталось только закрыть петельки. Я буду закрывать эластичным способом для того, чтобы они здесь, эта резиночка хорошо тянулась, но в то же время и держала свою форму. Первая петля у меня лицевая, я ее провязываю.
Следующая изнаночная. Я делаю накид от себя, провязываю изнаночную петлю. Сначала накид перекидываю и предыдущую петлю. Теперь у меня лицевая петля. Я делаю накид к себе, провязываю лицевую петлю, перекидываю накид и предыдущую петельку. И так буду чередовать. Когда вяжу, буду закрывать изнаночную петельку, накид делаю от себя. Когда лицевую, накид к себе. И таким образом я закрою все петельки. Затем я уберу хвостики ниточек. У нас получается с вами два хвостика. Это в конце работы и хвостик, который образовался при наборном крае. Я их уберу, постираю, и на этом работа наша с вами будет закончена. Я постирала свои следочки. Альпака распушилась. Даже вот, кажется, такая тоненькая ниточка придала пряже вот такую достаточно плотное полотно. И, ну, нравится мне. Я ими довольна на все 100%. Ну, так что, если вам понравится моя работа, вяжите для себя, вяжите для своих близких. С удовольствием посмотрю ваши работы. Если у вас будет возможность, добавляйте работы у меня в мою группу ВКонтакте. У меня есть альбом, он назван «Ваши работы по моим мастер-классам». Я с удовольствием прям любуюсь вашими произведениями, мне очень нравится. Ну, а вам всего доброго, до свидания, мои дорогие, до новых встреч!